вот такого, не знаю, сильного ожидания, и вплоть до какой-то неадекватности, типа там делать миллион тестов, выискивать каждый там какой-то. Зачем это надо? Ну, как бы, зачем вам эти признаки беременности? Ну, с ней сложно, мы часто друг друга не понимаем. И, например, последний раз, когда я пожаловалась, что Лола болеет, мы с ней поссорились, потому что мама начала жуткая паника, все, беги к врачу. Я говорю, мама, я все контролирую, мне не надо к врачу. Ну, это было очень...
мной отношусь, и мне это не нужно. Так, большое спасибо за очень много хороших слов. Самая любимая страна для отдыха. Ну, смотря какого отдыха. Вообще, наверное, самая удобная страна именно вот для отдыха. Не врач, да, если что, но если у вас пошел какой-то сдвиг, какой-то дисбаланс, то есть этому причина, надо искать, устранять причину. Гормоны — это ваше питание, в основном это питание. Читайте Магерю, читайте... Надеюсь, что гораздо позже. Лет через 10 я бы так подумала бы. Это последняя беременность ваша, как думаете? Нет, я думаю, что у меня будет 5 детей. У меня мои мечты и мои цели сбываются. На кого я училась? Я училась на юриста, выбирала методом исключения и очень об этом.
типа предварительно, она типа приблизительная, там плюс-минус и так далее, но я вообще на нее не ориентируюсь. То есть по факту, да, ну там я понимаю, что там 40 недель, там приблизительно середина декабря, то есть тогда мне, в общем-то, и рожать, но как знать, потому что там 38-я, там 42-я неделя, а кто знает, может, больше. Поэтому... Ума у нас ходит в основном на горшок. Бывает, что я надеваю трусы, но она ничего с ними не делает, просто я их надеваю, там, если хочу снять, как они играют. А у нас нет обычных трусов. Почему? У нас нет обычных трусов для Лолиты, потому что она сейчас учится ходить...
Как насчет жидкого в детском рационе? Борщ, суп. И у мужа кушают ли они такое? Что значит жидкое в детском рационе? Ну, то есть, я так скажу, я не против прям супов. Ну, теоретически я не считаю, что это прям самое полезное. Прям мягкая-мягкая. Я всегда стараюсь, чтобы там цветная капуста, брокколи чуть-чуть тверденькие оставались. Вот. Суп, борщ и так далее – это такое себе некое месиво из всего. И если вы читали вообще… эластин, опять же, могут быть в дефиците, когда в дефиците другие микроэлементы. То есть просто нормальное правильное питание, нормальный баланс всех микронутриентов, и все будет окей, ваша кожа будет эластичной и будет приходить в норму.
прям худеть. Ну, что значит худеть? Я же не какая-то там толстая, чтобы мне прям худеть. Мне надо восстанавливаться, да, приводить свое тело в нормальное, здоровое состояние, в тонус. И для этого я как минимум месяц. Если вы сразу же побежите там тренироваться, заниматься, но внутри будет жесть, то простите, пожалуйста, да, там и ведро останется, о котором мне писали, да, там, о, после трех там уже ведро, вот, и ведро останется, и органы будут не на месте, костяк. Начаться разные, не самые прекрасные внутренние процессы, которые потом перейдут и во внешнее, в том числе и к всяким болям, напряжениям, дисбалансам и так далее. Поэтому самое главное – это физическое восстановление.
как достичь такой фигуры, как у меня. Беременеете, рожаете, потом чуть-чуть занимаетесь, потом снова беременеете, потом снова рожаете, потом еще немножечко занимаетесь, потом снова беременеете, и вуаля!
человека-фантома, который якобы там где-то может быть без мозгов и там слепо за кем-то повторять и делать какую-то херню и от этого страдать. Ну, то есть, понимаете, всегда есть... Действий – это все его ответственность. Либо же эти люди любят перекладывать ответственность, да, очень часто там на врачей, на еще хрен знает кого, на родителей, типа, ну, вот, типа, вы знаете, вы мне, пожалуйста, сделайте. Так что так, поэтому... Информация. Все, что происходит вокруг, это информация. По телевизору информация. Пожалуйста, даже возьмите тот же самый, блин, телек. Там одна срань господня какая-то. Посмотрите эту рекламу. Там рекламируют сплошные, блин, в основном фармацевтика, певцов.